Доброе утро, дорогие друзья. Итак, выходные прошли, настал понедельник, новая неделя. Я верю, что это очень важная неделя, особенно для нас, христиан, в том, чтобы принимать участие и молиться за нашу страну, за Украину. Потому что впереди в следующее воскресенье выборы. Выборы в Верховную Раду. Кто-то говорит, от моего выбора ничего не зависит. Но я хочу вам сказать, от нашего выбора зависит все, потому что Бог сегодня сделал нас инструментом в том, чтобы снимать и поставлять царей. Да, Библия говорит, он снимает и он поставляет. Но в действительности инструментом власти на сегодняшний день является избиратель Украины. Тот, который избирает, тот, который идет на избирательный участок. Поэтому это важная неделя с тем, чтобы молиться. Молиться за страну, молиться о том, чтобы Божья воля, она исполнилась для Украины. Сегодня, первый день недели, мне хотелось бы поговорить немножко с вами отчасти о спорте, потому что многие принимают решение в понедельник начать заниматься спортом. И Писание говорит в 1 Тимофея 4 главе 8 стихе, там сказано, что так как упражнения для тела важны в одном отношении, то есть в синодальном переводе сказано о том, что физические упражнения мало полезны, но другой перевод говорит, так как упражнения для тела важны в одном отношении, а служение Богу важно во всех отношениях, потому что оно несет в себе благословение в этой жизни и в будущей. То есть спортом заниматься важно, но важнее заниматься служением Богу, потому что оно несет в себе благословение и в этой жизни, и в будущей. Поэтому, если вы находитесь в служении, я призываю каждого из вас не оставлять служение, но пребывать в служении, то есть продолжать служить Господу, то, чем вы можете сделать, то в чем вы можете служить, либо может быть, переходить на какой-то новый уровень служения. Если вы до сих пор не служите в церкви, или когда-то служили и перестали, мой вам призыв – служите Господу. Потому что физические упражнения, они действительно мало полезны. Они полезны, но в сравнении со служением Богу, с благочестием, с богопочитанием, на самом деле они мало полезны. Потому что наше служение Богу несет в себе благословение и в этой жизни, и в будущей. Поэтому пусть Бог благословит вас. Хорошей вам недели. Завтра, наверное, уже увидимся с вами в Донецке, потому что я сегодня уезжаю на пост и молитву. Благословений с Богом!